сестра у мамы, кормили, пошивала. Mm-hmm. Она в конце тоже стали монах. Mm-hmm. Вот это первый статья Будда. Mm-hmm. Дальше его первые 80 учеников. Mm-hmm. Учеников, да, поэтому. Много буддийских книг есть, поэтому истории так много есть. Это поза благословения называется, поза благословения. Mm-hmm. Там внутри был поза медитировать. Mm-hmm. Поза разбираться вопросом, это момент. Как еще раз? Разбираться вопрос. Разбираться. Еще есть вот такой, если видели, это поза обучения, или круглый воротный жизнь. Жизнь такой, Будда говорит, сегодня деньги есть, завтра нет, сегодня здоровье хорошо, завтра плохо, сегодня бизнес выгодно, завтра нет, сегодня человек говорит, вы такой хороший человек, завтра он ругается вам, бивает, такого семья. Это жизнь такой, Будда говорит, точно нужно понимать. Жизнь всегда не так одинаково, все плюс-минус, по-разному бывает, поза так делает. Как зебра. Хорошо, вам еще чуть-чуть поднимать, там интересно увидеть, через 5 минут тут собираемся. А куда ты еще раз просить поднять колесо? А, вот так посмотреть. Спасибо. А что поднимать? Тут вот детский сад какой-то. Тут собакевичи отдыхают. Тут вот слон такой вот. Это вот родители Будды. А там сестра и жена. Вот она ты, моя птичечка. Я думаю, кто тут поет? Вот она ты какая. Желтенькая.